последнее время в Азербайджане акты живодерства участились. С чем это связано? Возможно, только догадаться. Скорее всего, это говорит об уровне падения культуры, об уровне падения душевности, человечности, об уровне падения духовности. Ибо если ты поднимаешь руку на того, кто более слаб, нежели ты уже трус, ты уже негодяй. В связи с этим общественность в социальных сетях подняла вопрос ребром. Ужесточить уголовное наказание для живодеров, потому что штраф, недавно введенный как санкция, оказался не методом воздействия для живодеров. Штраф можно заплатить, можно нет, а можно попросту откупиться. Это не секрет. И поэтому сегодня общественность, пользователи социальной сети Facebook подняли вопрос обращения к президенту Азербайджана с просьбой ужесточить закон о наказании для живодеров. Меня зовут Залина, я представитель благотворительной организации «БАРС». Сейчас в нашей сети проходит флешмоб, организованный нашей благотворительной организацией. Каждый человек может обратиться к верхам нашим, к президенту, уважаемый нами очень Ильхаму Алиеву, о том, чтобы мы все вместе пришли к мнению о том, что животных надо любить, и при этом, при всем, мы его упросим ужесточить наказание, введя уголовную ответственность. Господин президент, помогите ужесточить уголовное наказание за живодерство. Уважаемый президент, я требую ужесточить уголовное наказание для живодеров. Я за введение уголовной ответственности за жестокое обращение с бездомными животными. Господин президент, я хочу попросить только одного. Ужесточить уголовную ответственность за живодерство, за издевательство и жестокое обращение над животными. Я за введение уголовной ответственности за жестокое обращение с бездомными животными. Зло может быть остановлено, и остановлено разве лишь только посредством добра, который мы творим своими руками. Ведь все может быть совершенно по-другому.